Друзья, я обращаюсь к молодежи прежде всего. Наверное, вы уже устали, когда многие вроде бы взрослые дяди говорят о тех вещах, которые для вас непонятны. Но я, в принципе, вырос на традициях, когда также мы уважали своих сверстников, и были у нас кумиры, и те люди, которые сегодня являются легендами спорта. Мне вдвойне приятно, что я вижу здесь в зале Засыпка. Я впервые его увидел, и честное слово, спасибо, что хоть в вопросике вы виделись, нашу легенду, Елисеев. И вдвойне мне приятно, что наш земляк также здесь находится. Так что быть турниру красочным, быть турниру постоянным, и молодежь, равняйтесь на тех людей и ветеранов, которые сегодня здесь в зале. И тогда у вас все получится. Это дух победителей. С праздником вас и с началом третьего турнира. Очень приятно, что данный турнир становится доброй традицией. И очень приятно, что в данном случае спортсмены, афганцы и в 65-летие годовщины победы Великой Отечественной войны так тесно переплелись. Поверьте, пожалуйста, что организовать такой турнир стоит дорогого времени, сил и возможностей. И нам приятно, что наш маленький городок и маленький район такие возможности имеют. С праздником вас! Пусть победит сильнее! И прозрачный движения. Так же ты с ним танцевала когда-то. Что же сейчас своему отражению шепчешь отелья восьмидесятый? Как же это так нечестно? Где ты, русский мой афганец? Ждет тебя твоя невеста. Возвращайся, возвращайся, а то пугленные границы. Не могу я в белом вальсе со своей виной кружиться. Белое платье белело напрасно. Во вдохе проклятия вдруг превратились так просто и страшно. Будьте вы прокляты, белые платья. Белые плаги надежды вчерашней. Yeah.
Как же это так нечестно, так нечестно.